Сеппи по рейтингу сейчас стоит на 19, на 20, позволит себе подавать и слабее, но очень важно придавать вращение второму мячу, тогда сопернику будет неудобно принимать. Обыграл Истомина, но во втором проиграл Николасу Мау в трех сетах. Рода Лейвер будут играть Серена Уильямс и Дарья Каса. Коронный перевод. Третий сет легко 6-0, но вторая партия, проигранная на тайбрейке, это проверка из проверок. Ой, как. Там сойдутся как раз Гаспарян и Касаткина. Будет весело. Мария Шарапова в следующем крупном турнире также сегодня уступила Роберто Винчи. Проиграла Анне Лени Фридзе в трех партиях 6-4 в решающем сете. Ой, какой красивый. Борис Беккер. Но Новак при этом двигается лучше. И четвертым он проиграл Филиппа Валандри. После этого 32 матча подряд он обыгрывает различных итальянцев. Вот такая у него победная. Сеппи не может ничего противопоставить. Еще один шикарный встречу. Кто знает, может. Молодец, снова. Попадает. Это встреча разгромная. Да, начало в таких поединках имеет большое значение. Высоко. Ой-ой-ой, Андреас. Как же так? Но здесь. Слабо смотрелся в первой партии, но все-таки расслабляться не стоит. Взвинчивает. Нужно. Во-первых, увидеть, куда будет лететь мяч. Во-вторых, подобраться правильно ногами к нему. Ну вот собрался. Вы ему начинаете такие удивляться. Ему такие, как? Джокович не выиграл? Да, 16 финалов подряд. Вот. Все думают, продлится эта серия. Будет 17-й здесь или нет? И выходить. Но все-таки конечный вариант стабильная игра на задней линии. Он ее избрал. Можно мультиэкран делать сразу. Много кортов. Ну,
Потрясающе. Легко обыграл Федерико Дель Бониса. Ой-ой-ой. Как же так? А мяч? Нет. По-прежнему геймбол у Джоковича. Попадается. Первая не прошла. Не ошибается. Но здесь здорово. Линдой Бенчич, которая сегодня обыграла Екатерину Бондаренко в трех партиях. Непростая была игра у Белинды. 6-4 в решающем сете она одержала победу. Ох, как! Здесь первый сет, наверное, их воодушевил, что скоро уже выйдут. Но во втором борьба гораздо интересней. Да, сегодня был дождь в Мельбурне, и из-за этого расписание менялось. Здесь мяч уходит. Сидит без эмоций. Даже капитан. Ой, нет, немножко. Все по восходящему, как в этом же топик получается. Что будет следующим? Страшно представить. Собрать нужно полностью, сенит не кто-то. Турнире в Сиднее, заметьте, был первый официальный турнир в этом сезоне, сказала, что она чувствует себя уставшей. В странах. И там ведь постоянные перелеты. Все не в одном городе проходит. Не жалеют себя теннисисты и теннисистки.
потом говорят, мы устали, сделайте сезон покороче. Ну, молодые пока, молодые на ведь бенчить. Силы есть. Но дело в том, что сделав... Свеча. Необыкновенный розыгрыш. Вы... Интересно. Если вдруг она уступит в этой встрече, обыграла Квитова, но проиграл Младенович. Так не очень красиво звучит, правда? Хочется теннисисток из десятки обыгрывать и потом идти дальше. Ой, как обводит, молодец. Все-таки переигрывая, очень успешно девушки провели несколько турниров. Ну, в этом году Шафаржева на Австралиан Опен не приехала из-за инфекции, которую она подхватила во время отдыха, ну, где-то на острове греческом. Это еще в прошлом сезоне произошло. Что большие шлемы длятся 2 недели, и в первых 2-3 матчах она может быть свежей, но затем будет накатывать усталость, может накатывать. Но, видимо, уже не та энергия. Сейчас добавит Иван Любичич. Может ли вообще? Будут пытаться хотя бы исполнять этот прием. Не останавливаются на достигнутом. Лучшие игроки мира продолжают работать над собой. С этим. Ой, как красиво, а? Пал. В этом матче. Аут. Нет, повезло. Немножко Сеппи. Под ноль берет гейм, да? Почему позволяет сопернику зарабатывать брейкпоинты? Ой, как обвод. Один сет. Сет для Сеппи. Один сет для Сеппи – это уже небольшая победа. Значит, справедливо.
Ой-ой-ой! Через маленькие шаги. Возобновить теннисные, теннисную карьеру. Но посмотрим. Может, просто один раз потренировать. Насколько интенсивно стало. Крайне утомителен. Ну вот опять, видите. Все через... Ну вот, наконец и... Восьмым стоял. В десятке, как минимум. Джокович побеждает в трех. Лили против первой ракетки мира.